Сегодня у нас состоялось открытие 4-го сезона дворовой лиги юниоров. Это турнир среди детских дворовых команд по мини-футболу города Нур-Султан. Наш проект существует уже 4-й год, и наша задача развивать дворовой спорт, привлекать детей в спорт через занятия, через вот такие турниры. И мы ищем талантливых футболистов, мы их находим. За время нашего турнира уже не один талантливый игрок перешел из дворовой команды уже в более-менее профессиональную. В Дю США перешли, ФК Астана есть представитель, есть уже чемпионы республики, которые начинали тоже с нашего дворового турнира. В целом турниры классные, я бы сказал, очень нужные. Дети играют между собой, знакомятся, начинают общаться. Спорт, он, во-первых, отрывает детей от компьютеров, гаджетов современных и тому подобное, в любом случае. Поэтому даже они перед турниром начинают между собой играть, готовиться во дворе, тренироваться. Все равно больше времени начинают на улице проводить, чем дома. Вот, поэтому в первую очередь для здоровья необходимо каждому из них. В этом году наш проект поддержала Казахстанская федерация футбола. Мы очень благодарны, поскольку мы как любительский формат футбола, но преследуем именно принести футбол в массы. И очень хорошо, что именно департамент массового футбола федерации принял и хорошо поддержал. Нам предоставили этот шикарный манеж для проведения открытия-закрытия. Мы провели семинар для судей. В планах есть обучить наших тренеров дворовых на категорию D. Тоже обещает федерация бесплатно все это обучить. То есть у нас уже более-менее слаженная будет картинка. Судьи обучены, тренеры обучены. Дом футбола для детишек — такая радость, что именно в сердце, как говорится, футбола в доме, во дворце, который они открывают этот турнир. Это раз. Это второе, это, конечно, судейство, судейская бригада, которая с удовольствием мы предоставили их, чтобы они судили матчи, которые между соревновательного процесса. Также вы все видели, конечно, что мы каждой команде дали по мячу, чтобы они во дворах дальше играли в футбол. Планируется Казахстанской федерации футбола это такое мероприятие проводить на республиканском уровне. То есть в каждых городах нашей страны провести региональные мероприятия, финальную часть нашей столицы. Много людей, и интересно со всеми поиграть. И многие команды очень сильные, с ними особенно интересно поиграть. Интерес в том, что каждому хочется просто победить и просто занять топ, как говорится. Ну и потом похвастаться перед родителями. Мне нравится весь турнир. Я хочу сначала сказать спасибо организаторам за такой классный турнир. И хочу поблагодарить всей команды, что они здесь участвуют. И хочу пожелать им удачи. Благодаря этим турниром мы проводим эти каникулы не просто так. Самое главное – команда. Капитан у нас Нуркен Орынбасар. У нас есть бетонная защита, как Адиль. Есть лучший полузащитник, как Инаят. И есть духовисты, как наш 7-й год. Именно капитан их, Максат. Другие команды тоже хорошо, но они не лучше нас. Мы участвуем в этом турнире 3-й год подряд. В первом году мы проиграли всем, но во втором стали чемпионами. Это наш 3-й год в дворовой лиге. Первую игру мы выиграли, отыграли ее. Ну, я вижу, что все команды сильно играют, и расслабляться нельзя. Мы работаем над важной игрой. Нам надо часто забивать, но и также обороняться часто, чтобы защитники не единоличие, а давали пас на атакующего и забивали. Поле здесь большое,
ворота большие. Если мы пройдем финал, я буду очень рад. Мне пришлось стать вратарем. В кепке мне это дедушка подарил. Я когда у бабушки жил на время, с времени от времени, я полазил в шкафах, когда бабушки и дедушки не было, и нашел там кепку. В интернете поискал. Она называлась «Хулиганка», и когда дедушка с бабушкой приехали, я у них спросил, что это за кепка. Дедушка это купил в детстве. Почему купил? Потому что это все носили ребята, и также ее носил Лев Яшин, игрок сборной Советского Союза. Наши вот эти юные, будем сказать, футболисты в будущем, это надежда будущего казахстанского футбола. И мы, конечно, начали чемпионат, они играют на малых таких площадках, где вот мы сами играли когда-то, что больше общения мячом, больше контактов, больше ударов по мячу, много хороших пасов. Поэтому я думаю, что вот через такой футбол вырастут будущие таланты казахстанского футбола. Многие наши мастера большого футбола, так как Нурдов, Лиетов, Смаков, Ислам Хан, именно выросли вот с такого дворового турнира. Менің ойымша, көп деген жұлдыздар далада өсті, даладан тәлім алды, тәрбие алды. Осы далада ойнап жүргенде, бұл өзің бір ерекшелігі бар. Біріншіден, көп контакт көп, доппен көп кездеседі балалар. Ондай бір шағын бір правила жоқ бұл жерде. Сондықтан далада өскен жігіттер, далада көп тепкен, доп көп тепкен балалардың ертеңгі болашағы зор. Менің ойымша, жұлдыздар да осы біздің ұлттық құраманың да жігіттері де көбісі далада ойнайды деп ойлаймын. Сондықтан бұндай бастамалар дұрыс, бұны ары қарай жалғастыру керек деп ойлаймын. Проекты, которые объединяют детей, объединяют их в одно единое целое, у них единая цель, и тем более это как развитие физической подготовленности для детей, это огромный плюс. Детки, я вот смотрю, для них это так вот прям, они эмоционально ко всему это так относятся, прям ждут эту тренировку. Мы даже не ожидали, что будет столько много детей, и такая вот прям популярность будет занимать. Это вообще на самом деле очень круто. Если честно, я в первый раз с таким сталкиваюсь, чтобы именно тренер вот как-то целенаправленно приходил, показывал, объяснял, там вот они у них там разминка. То есть не просто как-то тяп-ляп, а у них есть какой-то план, по которому они действуют. Вообще очень классно. Этот проект очень интересный и очень нужен. Нужный для наших детей. Ну, во-первых, популяризация футбола. Во-вторых, повышение уровня здоровья, общение между детьми, общение вот у нас жильцов в нашем доме, родителей. Мы очень с интересом наблюдаем за ребятишками, как у них идет прогресс, получает навыки. Кто не умеет, учится, кто умеет, тот еще лучше играет в футбол. И еще вдобавок сейчас каникулы, дети заняты. Мы даже вот как родители, ну, с удовольствием отпускаем их, они целыми днями бегают. Хороший аппетит, хорошее настроение, и все довольны.